оттуда. Так, вот он МКС. Видно его? Следить надо. А, вон он полетел. Смотри, Юра. Там люди, я вижу, там люди сейчас летят, Саш, представляешь? Они долетят сейчас. Кажется, блестяло машина. Ну, вокруг земли за полтора часа. Знаешь, какое? Какая скорость? Это просто, что земля скрутится, да? Он, наверное, на месте МКС. Да не, он 20 тысяч километров в час летит, да.